Всем здравствуйте! Очередной обзор эксклюзивной посуды из стекла. Сейчас у нас три такие чаши, значит, двух цветов представлены, значит, да, прозрачный белый цвет и темный цвет. Значит, выполнены они из стекла, ручная работа, изготавливается под заказ. Значит, внутренность у нас гладкая, глянцевая. С обратной стороны она у нас матовая. Значит, здесь можно сказать, что у нас представлены два соусника. Значит, этот соусник по вместимости, значит, занимает около 30-50 грамм. В зависимости от плотности вашего соуса, да? Значит, этот большой такой уже, назовем его соусник, может вместить до 150 грамм в зависимости от также плотности соуса. Да? Если говорить о вот этом варианте, я бы сказал, что это уже некая чаша для сальсы, различных таких холодных лобио, холодных закусок, да, ну, возможно, и горячих, которые уже можно подавать порционно гостю, либо же вот в эти возможные варианты подачи как комплимента для гостя, на мой взгляд, смотрится тоже так индивидуально, неповторимо и очень красиво, потому что посуда очень интересная. Если говорить о размерах, значит, размер большого у нас 14,5, среднего 11 сантиметров и маленький у нас 7,5. Если говорим про вес, маленький 70 грамм весит, средний имеет вес 241 грамм и большой самый имеет вес 290 грамм. Каждый продается по отдельности, каждый имеет специальное предназначение, для чего он был, скажем так, изготовлен. В ссылках в описании будет ссылка, собственно, на меня. Любые вопросы задавайте, не стесняйтесь, на все дам ответ. Доставляется посуда по РФ.